Если бы человек правильно использовал такие возможности, которые даются, да, именно технические, в правильные вещи это, в какие-то формы вкладывал и развивал бы все. Вот. А у нас все технологии, все наши попытки к чему-то приводят только к катастрофам, к каким-то разрушениям природных ресурсов и экологических вещей. Все и все находится в какой-то зависимости, да, от власти, от денег, от силы и так далее. И все человечество в этом как бы варится, и постоянный накал вот этих вещей, он присутствует и развивается с огромной силой. Это однозначно приведет к какому-то разрушению явному. До сегодняшнего момента видно, с какой скоростью все происходит и в какие стороны мы движемся, да? Кроме вот этих разрушительных систем мало чего появляется. Медицина, да, развивается, безусловно. Но опять-таки мы создаем сами то, с чем потом нам приходится всем бороться. Вот. И, то есть создаем проблемы, которые потом сами излечиваем. Вот. И это присутствует во всем. Так устроен мир. Понятно, что можно говорить об этом. И, в принципе, банально говорить о том, что давайте попробуем что-либо изменить. Да? А с другой стороны, ну, хотя бы на своем месте, в своем радиусе, да, если пытаться что-то, мне кажется, это очень действенно, и это то, что, в принципе, от нас ждет источник света, да, чтобы люди как-то в какой-то хаотичности в своей все равно имели возможность остановиться и посмотреть все-таки на небо и услышать, что там наверху происходит, какая большая дистанция.